Всем привет! Новинка Cherry Rizzo 8. Давайте посмотрим, что она себе представляет. На тестах машины такой нет. Достаточно такой большой седан. Китайцы говорят, что это замена Toyota Camry, но я не знаю, насколько замена. Сразу что бросается в глаза. Как по мне, так вот задняя ось чуть-чуть бы ее дальше, да, вот хотя бы сантиметра на 4 туда вот дальше сделать, было бы вообще круто. Потом вот это вот снизу хром, как по мне, так не очень хорошее решение. Здесь у нас вот такой шильдик Rizzo. И такие красивые зеркала, подсветка. И там тоже камеры. Вообще камеры в зеркалах сзади и спереди имеются. Обратите внимание, как с крыши. И вот этот момент мне тоже не особо нравится. Вот эта вот вставка цвета типа под бронзу, да. Ну, допустим, на Exceed это смотрелось красиво, вот такой вот цвет. И там тоненькие эти вставочки были. Здесь же широкая такая прям полоса. И обратите внимание, вот тут. Вот оно чуть-чуть как бы вот так вот ходит. Ну, не знаю. Может, это только первый. А что-то у нас это так просто отсвечивает. Как по мне, так сразу после покупки заезжать в детейлинг-центр. И вот это все дело прямо полностью все в пленку черную закатывать, чтобы было как одно целое. Ну, как-то так. Вот эти еще кругляши тоже как-то они вот, ну, как-то несколько непривычное такое решение. 4 датчика спереди, также 4 сзади. И обратите внимание, какой свет. LED Premium Vision, прям вот так вот все сделано красиво. LED Technology. Такая чуть ли не трехэтажная оптика, да? Раз, два и там три. Ну вот так вот все. Огромный компорт в штамповке. Смотрится, конечно, неплохо, неплохо. Ну что, давайте обойдем машину, как обычно. Если я правильно помню, 144 миллиметра дорожный просвет. Ну так вот, новомодная антенна, Rizzo 8, смотрите, патрубки какие и сколько, да? Ну, видите, тоже 4 датчика. Давайте посмотрим, какая подвеска. Подвеска, как видите, независимая. И, кстати, это все бутафория, видите, да? Одна банка и вон вторая банка. Подсветка номера, кнопка открытия багажника и камера заднего вида. Давайте откроем багажник. Вот, смотрите, сам вот так открывается, я даже не помогал. Высоко, все отлично. Петли облагорожены пластиком. Здесь все в шумке, отлично. Вот это вот, дергаем штучку. Вот это вот, и можно открыть изнутри багажник. Здесь имеется подсветка. САП имеется и все, и ни крючка, ничего куда положить нету. Ну, по идее, здесь что, войдет достаточно большой чемодан и сумочка еще когда, и рюкзачок. Все, такой вот багажник, не особо большой, тем не менее, тут еще вот ниша. И здесь что у нас получается? Запаска, домкрат, инструменты. Ну и тут все зашумлено, вообще круто, хорошо. 225-45R18 Rizzo 8. Здесь пластиком все сделано, чтобы там где чемодан не шоркал, поэтому. Ну, в общем, все красиво. Закрываем, слушаем. Отлично. Ну, это болтается, как обычно, это внимание не обращаем. Вот так смотрится немного сверху. Как вам такая машинка? Что, давайте теперь в салон. Мне самому интересно, что же там в салоне. Cherry Rizzo 8. Ultimate SE. Двигатель 1.6 турбо, 186 лошадок. Тип трансмиссии Robot DST.
крутящий момент 275 ньютон-метров, привод передний, понятно. Да, дорожный просвет 144 миллиметра, объем багажника 455 литров, допы, коврики, салон и багажник. Машина стоит 3 миллиона 549 900. Акции и скидки. Программа Trade-in 280 тысяч и программа Cherry Легко 185. Если все это у вас срастается, вот по такой цене можно будет машину забрать. Вот такие дела. Ну, тонировки, как видите, нет. Представьте, что там еще будет тонировка. И задняя полусфера вся затонирована. И будет красиво смотреться, да, вообще. Давайте сравним цены вашего города с нашими. Заходим на сайт автоспот.ру. Тут собраны лучшие предложения городов России на новые авто от официальных дилеров. В нынешней ситуации многие покупают китайские машины. Почему? А тут все просто. Например, на Geely Coolray скидка при покупке за наличные 50 тысяч рублей. А если кредит и трейд-ин, экономия еще больше. Если вы, к примеру, живете в Москве, можно поискать машину в соседнем Питере. Скидки порой отличаются на 50-100 тысяч рублей. Поэтому, если в планах выгодно купить автомобиль, обязательно заходите и пользуйтесь. Ссылку оставил в описании. Бесключевой доступ. Ну, в принципе, видите, как тоже хитро сделано. Раз, можно так отодвинуть и жалом открыть. То есть, такое вот интересное тоже решение. Ох, смотрите, какой широкий угол. Сразу дверь открывается, да? Цельно штампованные двери. Здесь у нас что-то такое... темно-синий цвет в отделке, здесь светлая кожа, ручка наша как ниша, ну и тут еще тоже такой вот выступ, можно за него еще так дверь к себе потянуть. И обратите внимание, какой ход ручки, вот аж вот так вот заворачивается, видите как. Ну что, интересное решение. Блокировки, все электростеклоподъемники, и тут тоже складывание зеркал, тут все имеется в нужном месте, да, прям под рукой все эти тоже блокировки, складываем зеркала и так далее. Динамики. Тут прям такая сеточка красиво сделана, переливается. Это у нас поясничный подпор. Аризо написано. Давайте присаживаться. Само уже интересно. Я уже здесь немного поколдовал с сидушкой. Вот этими вот регулировками, видите, она у нас можно двигать, опустить ниже, выше, ну и так далее. Угол наклона спинки, все это имеется. Память сиденья, как видите, для троих. Memory. Здесь все уже пока вам рассказал. Все отделано, видите, как классно. Ну и тут вот, видите, тоже on-off. Включить-выключить. Все понятно, в общем-то, так. Ну и, собственно, тоже вот такая вот мультимедиа. Настройки, инструкции, картинки, видео, Apple CarPlay, локальные настройки, цифровой регистратор, телефон и так далее. Настройки транспортного средства. Угу. Без этого у нас ничего не получится. Ну, допустим, мультимедиа. Так. Турбодок. Ну давайте хотя бы так посмотрим. Ну видите, здесь прям карта такая классная, хорошая графика, все видно, даже вот мелкие буквы все равно четко видно и так далее. Ну в общем, здесь все отлично, что тут говорить. Климат-контроль, рециркуляции, кондиционер и так далее, все это удобно. То есть руку так зафиксировал и дальше себе то что-то нажимаешь и так далее. Ну, это поиграть может, там звук отключить и кнопку запуска двигателя. Что мне нравится, здесь низкая посадка, ну то есть во многих китайцах очень высоко сидушки расположены, а здесь вот прямо я опустил в самый низ, вот еще раз, вот все, самый низ, прямо классно. Теперь давайте подъеду, чуть-чуть как мне удобно было, наверное, вот так, даже чуть назад, вот так, да, ну и соответственно вот так на себя еще вытянуть, вообще вот сидишь класс. Вот такие вот
подголовники, просто голова офигенная как кладется, да, и все. И ты сидишь зафиксированный, отлично. Черри, работа с круизом, здесь все это понятно. Эти все различные настройки, закладки, подогрев руля, голосовое управление, работа с телефона, папки треки, все, громкость, все это понятно, вот, меняется. Здесь все понятно. Место для телефона одного, для места для телефона второго. Зарядка USB-шная и Type-C. Здесь что у нас? Оп, открываем. Ну вот, два подстаканника и тут еще фиксаторы. Отлично, ничего не будет болтаться. Электронный ручник, автохолд. Ну и тут работа с мультимедией. Посмотрите, какая заставочка, часики. И тут у нас выбор режима движения. Камера подключается и так далее. Ну то есть, нравится мне, что вот эта вот консоль высоко так расположена. Класс. Ну и, собственно, вот получается, что вот этот вот подлокотник. Ух, тут ящик тоже такой достаточно глубокий. Там еще отделка вот такая вот мягким. Ну и что еще хочу сказать. Удобно, удобно здесь рука лежит. Так как я люблю ездить и привык рулить одной рукой, то, например, мне вот это вот как-то здесь вот абсолютно параллельно. Что тут, как тут, чего тут. Хотя, вот смотрите, при моем росте 172 сантиметра и сидушку я опустил максимально вниз. Видите, как рука лежит, все четко, достаю до всех этих кнопок, все в общем удобно. Вот это, конечно, капец, вот это вот, офигеть, какой ход ручки, да. Вот что тут предлагает. Яркая такая классная подсветка, зеркало, шторка, все имеется. Ручки здесь тут нету, там ручка есть. Проверяем. Да, микролифт. И тут то же самое, все отлично. ГЛОНАСС, такой вот цвет, прям типа как брюлики. Ну, зеркало обычное. Вот, что еще показать. Идемте назад. Да, тут, кстати, хорошие эти боковые упоры, прям классно. Здесь перфорация имеется, тут тоже. Все замечательно. Замечательно. Обратите внимание, как у нас амбиентная подсветка. Я так понимаю, здесь можем менять цвета различные. И так далее. И ремни по высоте регулируются. Красота. Это, так понимаю, место для ключа. Идемте назад, посмотрим, что там. Ну и тут, видите, получается кожа. И вставка такая не глянцевая, а именно вот под светлое вот это все, да? И, ну, под дерево, понятно, что это пластик. Но он не марки, прям вот чудо, да? Прям чудо, чудное, что нету этого глянца. Прям красота. Идемте теперь назад. Ух, сажусь сам за собой. Раз, два, три ладошки. Прямо просто капец. Народ уже мол показывает, вылазь быстрее, там тоже ходу посмотреть. Видите как? Так как из-за этого сюда сместили свет. Крючка тут нету. Вот такой крючок раз, и он крючок два. Здесь, смотрите, карман один, кармашек второй, карман еще. И тут то же самое, все, ну понятно. Подогрев сидений имеется. Силовая розетка USB-шная. Вот такие вот воздуховоды. Электро все здесь, понятно. И тоже ручка, видите, какой ход. И тоже подсветочка кругом. Ну, то есть, как-то вот пытались как-то они обыграть. Это дело все Sony. Огромный здесь сзади карман, ну, под бутыльник, как хотите. Все здесь четко сделано. И вот имеется три подголовника. Тоже не видите, какие сделаны классные. Ну и, собственно, вот еще имеется такой подлокотник с двумя подстаканниками. Все хорошо. Вот такая машинка. Я так думаю, как только она появится на тестах, надо будет прокатиться. Как у машины? Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо. Когда?